Сегодня в Калининграде будет жарко. Ведь в финальном поединке за приз в 100 тысяч долларов встречаются, вы только вдумайтесь. Андрей Робин здесь работает? Это капитан наш? Ром, прости, я поздно узнал, что мама умерла. Видел? Я хочу их выиграть. А сможешь? Если ты будешь меня тренировать, смогу. Три. Четыре. Пять. Рома вернулся. Тренируемся, как раньше. Клапаны не справляются. Нужна пересадка. Других способов спасти жизнь вашей дочери я не вижу. Ты же мне обещал, что мы всегда будем вместе. А сам идешь туда, где тебя убьют? Ром, мне тут деньги какие-то приходят. Это ты? Я хочу, чтобы ты выиграл этот турнир. Кто против тебя не вышел? Я представляю, как сейчас все прилипли к экранам своих телевизоров. Вы как будто не в курсе, что если его вот сюда вот ударить, он умрет? Я буду драться. Она даже побегать не может, она задыхается, понимаешь? Бьешь завтра в первом раунде вот сюда. И прямо сейчас. Он мой брат. Да. Ты действительно дезертир? Мне надо знать. Ты меня хоть помнишь? Помню, как ты нас матерью кинул. Да вы меня бросили. Вам было все равно, как я тут жил все эти годы. Ты же убивал уже, Рома. Помнишь ты? Давай, давай! Никто меня не убьет. Я им не скажу, куда бить, они не убьют. Я тебя сожгу, хранить дорого.